если честно, уже в голове сидело, если сегодня опять сыграем ничью, было бы, ну, как поражение для нас. Поэтому спасибо всей команде, что добились, что хотели, что должны были сделать, в принципе, два тура назад. Ну ничего, на своем стадионе при такой атмосфере мы победили, всех с победой, всех болельщиков Лока. Спасибо, что вернулись. Ну, сегодня игра чемпионская, по-моему, была прям нас бились. Ну, я считаю, что все последние игры мы так отдавались, просто не могли реализовать. Спасибо, что сегодня Эдер вышел и забил наш победный гол. Спасибо. Это вообще победа.